раннее утро просили. Просили снять район Киевского исполкома. Вот прибегаю дорогу. Но сейчас раннее утро. Мне нужно посидеть с внуком. Еще нет половины седьмого. Видите, люди с собачками гуляют. Раннее утро. Не вижу, что снимаю на темный экран. Я обратно буду идти. Ну, во всяком случае, после обеда. И смогу. Смогу еще раз показать. Ну, а так все, видите, чистенько, красивенько. Площадочка покрашена. Утренний выгул собачек. Я надеюсь, не видно. Ну, и люди на работу идут единичные. На работу, по делам. Не знаю, какое именно место просили. Возле Киевского исполкома. Ну, вот я сказала, что я прям возле Киевского исполкома бываю. У родственников. Дядечки на перекур вышли, сидят. Тут целый день люди сидят. С детками, пенсионеры, скверик такой хороший. Тут кафе, пивной бар. Вот тут были снаряды, вот это побили, это я точно знаю. Но это было давно. Что еще? На работу кто идет? Кто идет на работу с утра? Я понимаю, что может на просмотр это на большие не потянет, но вдруг кто-то увидит свой любимый уголок, в котором, может быть, вырос. Кто-то кушать готовит, завтрак пахнет очень хорошо. Цветочки. Магазин товар получает. Девчонки порядок наводят возле магазина. Это детский садик. Внук мой сюда ходил, пока не уехал. А сейчас приехал ненадолго. И мне нужно с ним посидеть. Но сегодня только, видите, пока ранее прохожие с собачками. Все, я пришла. Буду уходить, еще раз засниму, что попадет на глаз. С обратной стороны, ага, мы заходили. Да. Мы будем на тебя упираться. Ну, не получилось снять, как хотела, другую сторону. Вышли на полиграфическую. На полиграфическую, ну, издательство я по понятным причинам снимать не стала. Вот. Проезжаем здание некоторое. Ой, прошу прощения, видео поначалу сниматься раньше, чем я запланировала. Сегодня я иду чуть позже. Опять на Киевском. Видите, людей побольше. Экран темный, надеюсь, видно. И хочу сейчас показать, здесь по выходным еще ярмарка происходит. Вот только раскладываются. То есть вчера я шла, еще 8 не было, 7:30 даже, наверное, не было. То есть сейчас я иду 10. Подхожу поближе, видите, продуктовая ярмарка подъехала, начинает раскладываться. Сейчас покажу. Но опять же еще около 10, поэтому...
Не знаю, надеюсь, я засняла, чтобы было видно. Уже смогу посмотреть, когда буду дома. Постараюсь, может быть, замедлить какие-то моменты там, где цены, чтобы было понятно. Еще и цены, кому интересно. Но на таких ярмарках обычно хорошо скупляться. Во-первых, всегда свеженькая. Во-вторых, обычно цены здесь пониже, чем на обычном рынке. Но сейчас у нас легкое поднятие зарплаты и пенсии. Поэтому слегка подскочили цены на продукты. Слегка хорошо подскочили. Но бывает всяко, поэтому лишь бы все были живы и здоровы. Ну все. Кусочек засняла. Опять я иду по тому же маршруту, поэтому выключаюсь. Всех целую и обнимаю.